В Нур-Султане пьяный мужчина захватил в заложники продавца продуктового магазина. Ворвавшись в помещение с кухонным ножом, 32-летний житель столицы сначала распивал спиртные напитки внутри торговой точки, а затем, угрожая оружием, вывел продавца на улицу. К счастью, девушка успела нажать тревожную кнопку. На кадрах с камер видеонаблюдения заметно, как он хватает продавца и приставляет к ней нож. Затем в магазин врываются полицейские. Им пришлось прибегнуть к помощи переговорщика. Никаких требований захватчик не выдвигал. Во время задержания он успел нанести себе ранение в область груди. Сразу же была оказана ему медицинская помощь сотрудниками скорой медицинской помощи. В настоящее время он госпитализирован в одну из городских больниц, его здоровью ничего не угрожает. Что толкнуло подозреваемого на совершение этого преступления, сейчас выясняет следствие. Подозреваемый 89-го года рождения, житель столицы. В настоящее время проводится расследование по статье 192 «Разбойные нападения».